Представимся, у нас новые формы новогодних киндеров сезона 23-24 года. Такие вот птички у нас рождественские, новогодние, появились в продаже, достаточно дорогие, поэтому, думаю, здесь все-таки обычная будет новогодняя коллекция. Обычная, не макси, хотя выглядит так, как будто можно и макси поместить. Очень симпатичные воробушки, да, воробушки, наверное, да, новогодние. Вот ищет киндер новые формы, а также у нас будет сегодня, распакуем две таких тоже новых формы. Это в виде матрешки, да, чем-то напоминает, такие вот новорождественские пингвинчики. Здесь уже у нас точно киндер макси, розовый, желтый, не знаю, будет ли у нас розовый, желтый киндер макси, именно разные коллекции, или все-таки здесь будет основная коллекция этого сезона, да, рождественская. Ну, еще будет у нас большая распаковка рождественских киндеров макси и обычных, и розовых. Давайте посмотрим, что у нас внутри вот этой вот красивой такой птички. Вообще выглядит очень-очень классно. Да, большая такая. И, так, думаю, все-таки здесь не макси лежит, поскольку слишком дешево она стоила для макси. Вау! Вот так вот, друзья, здесь ничего не лежит. Нет. О, вот это разочарование. Я смотрел в магазине, думал, будет здесь макси или обычный киндер макси, или обычный, наверное, макси поместится. Но, наверное, думал, обычный нет. Да, друзья, ничего, просто шоколад. Да. Печально, печально, печально. Так, кто увидит их, знаете, да, там нет сюрприза. Ну ладно, давайте распакуем макси, посмотрим первые макси в этом сезоне, который мы увидим рождественские на канале, и совсем скоро, не знаю, что-то задержится в продаже макси этой новогодней рождественской этого сезона, но обязательно, как скоро появится, так сразу будет у нас большая распаковка. Так, тем не менее, вот такой вот пингвинчик у нас, здесь точно будет макси. Открываем его. Да, неожиданно. Неожиданно оказался сюрприз с птичками. Так. И здесь у нас макси. Надеюсь, все-таки обе коллекции мы видим этого сезона. И обычную, и розовую. Но сейчас посмотрим. Так, шоколад в сторонку. Посмотрим, кто нам в ней попадется. Так, да, это у нас новая коллекция. Новая старая коллекция. Как вы уже поняли, здесь у нас киндер... Да. Снова не стал сильно заморачиваться и выпустил в этом году снова у нас пингвинчиков. Да, они здесь у нас новые, но новые старые пингвинчики, вторая серия. Да, у нас не полное повторение, по-моему, да, вообще не повторяется. Было что-то похожее, но нет, да, не такой пингвинчик. Вообще пингвинчики были классные, тоже мы их тогда всех собрали. И будем стараться и эту коллекцию собрать. Вообще красиво выглядит вкладыш. Так, те, кто смотрят скриншот, да, сканируют, вот вам скриншот, QR-код, вернее, и да, давайте соберем его. Здорово, что у нас здесь похожий механизм какой-то, благодаря которому он вылетает, этот пингвинчик из своего домика. Да, ну выглядит очень классно. Да, тем, кто пишет, что за рождественские гигантские киндеры такие с коллекциями «Холодное сердце» и Бэтмен, вот вам, да, классическая такая, да, ни с чем не связана, ни с каким мультфильмом, ни с каким мультсериалом. Коллекция просто новогодних пингвинчиков. Вот такой вот у нас симпатичный пингвинчик вылетает из домика своего, если нажать на кнопку. А, даже как будто бы не с пружинками это как-то работает, а по-другому. А, здесь у нас просто толкающий механизм, смотрите, прям как Hot Wheels. И благодаря нему, собственно, он и вылетает, да, из домика. Ну что ж, выглядит очень неплохо. Так, давайте его соберем, нашего пингвинчика. Так, что-то он не очень хорошо двигается. Видимо, не в ту дырку я его... Да, неправильно его поставил. Вот так, конечно, надо его сделать. И закрыть, собственно, домик. Так, ну что ж, классно выглядит коллекция рождественская. И будем, конечно же, стараться всю собрать. Итак, вот так вот у нас выглядит механизм пусковой. Так. Что-то он, да, не вошел у нас как надо. Видите, еще не так-то просто его собрать, этого пингвинчика. Так, есть вроде бы. Съел киндер, пока распаковывал. Так, в общем, да, теперь он работает отлично, смотрите. И должен теперь у нас, да, пингвинчика можно будет пульнуть. Итак, засовываем его и потом нажимаем. Фу, и он прям улетает. Очень классно работает. Да, классная коллекция, хотелось бы, конечно, всю собрать, и нарисовано тоже очень красиво, такой классный пингвинчик. Итак, посмотрим, что у нас во втором Kinder Max попадется. Надеюсь, что, да, если он розовый, то у него, может быть, все-таки вторая коллекция Maxi розовая, но не уверен, да, не уверен, может, все-таки их
Только основную выпустили в таких упаковках. Итак, посмотрим. Так, кто у нас здесь попадется? Ну, второй пингвинчик тоже было бы неплохо. Открываем. Да, пингвинчик снова. Ну что ж, второй пингвинчик, да, вторую коллекцию Максимум пока что не увидели, но будет у нас обязательно большой обзор на розовый Макс этого года. И тоже он очень классно выглядит, смотрите. Прям вот, да, супер, супер. Здорово, что не повторка. И он у нас тут ловит рыбку по льдинкой. Кстати, уже, получается, большую всю коллекцию собрали. 5, по-моему, в прошлый раз тоже было киндеров пару лет назад. Да, по-моему, в прошлом был Йети, в позапрошлом году. Был у нас пингвинчики, и вот уже вот так вот их 10 получается в коллекции. Итак, смотрите, у него удочка тут такая классная, и мы ее засунем, да, вот она. Да, очень неплохо, нет никаких бумажечек у нас туда, в общем, молодец. Киндер обошелся без бумажек, сидит у нас тут тоже на бревнышке таком. Так, да, ух ты, о, еще смотрите, он еще может крутиться на этом бревнышке, вау. Получилось неплохо, и ловит он рыбку, как будто бы даже можно и рыбку еще поймать у нас здесь. Так, да, тут у нас рыбка, смотрите, выглядывает, и какой-то механизм, наверное, благодаря которому рыбка это может быть исчезает под льдиной. Так, сейчас посмотрим, сверху она засовывается, да, вот так вот просто засовывается, и можно его, а, можно ее нет, можно ее просто... поймать из льдины, если сумеете так продеть правильно, да, хоп, крючок, и выловил он его. Ну что ж, очень классно, мне понравилась рождественская коллекция Макси, хотелось бы ее всю собрать, обязательно, обязательно будем пытаться ее собрать, да, остальные игрушки тоже прикольные. О, на серфинге, смотрите, с зонтиком, на какой-то матрасе с рыбками. В общем, замечательная коллекция, скоро обязательно будет большая распаковка. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, да, такой первый обзор на рождественский Макси этого сезона. И всем спасибо. Пока-пока.